Доброго времени суток, дамы и господа. По недавним комментариям, по вопросам на Твиче, я понял, что у людей возникла проблема. Проблема, откуда не ждали. Именно то, что люди не понимают, как прокачать репутацию с серебряным авангардом. У них равнодушие, не знают, какой взять квест, какой поделать квестлайн, как вообще вылутывать репутацию уважения с целью того, чтобы открыть квест на открытие старого Наксрамоса. То есть они сделали там старый некроситет, поделали всякие другие штучки, но дальше просто ничего не могут сделать, потому что им нужно уважение. В этом видео я, нежный Прия, постараюсь сделать уважение абсолютно с нуля. Как видим, у меня на текущий момент равнодушие. Что нам нужно для начала сделать и сколько у нас вообще это времени займет? Все узнаем абсолютно. Берем квестлайн у лорда Максвелла «Гости». Найдите женщину Варгена на берегу реки Тондрорил в восточных чумных землях. Берем квест, то есть у меня тут вообще даже локация не изучена, это союзная раса, свежесозданная, да, грубо говоря. Тут просто ноль изученных локаций. Летим, делаем квестлайн, все в ускоренном формате. Включу, наверное, давайте даже таймер и проверим, за сколько минут получится, ну, хотя бы уважение вылутать. В течение всех 19 минут, пока я делал этот квестлайн, я задумывался о том, а какая же нам все-таки нужна фракция. Серебряный авангард или серебряный рассвет? Я глянул квест на Вовхеде, который нужен по заданию цитадели ужаса Наксрамос, и написано «Требуется уважительное отношение со стороны серебряного рассвета». То есть получается, выполнив квест, убив этого духа внизу, мы получили аж почтение. Это больше, чем нужно. Это круто. Окей, получается за 19-19,5 минут было все сделано, показано и все идеально. Поэтому в целом-то все легко. Просто-напросто делаем караван Фионы. Такой ответ. А на этом все. Если, конечно, вы хотите прокачать серебряный авангард и серебряный рассвет дальше, то делайте квестики. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!